Всем удачи, всем, 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 нет, всем привет. Это диджей Колесников, диджей Грабово. И тут у нас мой старый друг, Пейз 2. Смотрите с ним видос, так что не забывайте. Сегодня мы поговорим о очень важной теме. Это PSP, PS Vita и PSP Go. По PSP, PS Vita, PS Go. Почему не сложилось... Почему не пошло? Почему сердце всегда с ними? Ну, хотя бы с PSP. PlayStation Portable. Ну, Go у меня не было. Это как-то Vita, как бы... Я толку я ее видел, как бы, ну... Я его как держал, как бы игрался, все. Ну, не то. Почему пошло, почему не пошло, почему PSP, как говорится, не знаю, всегда. И почему... Все так плохо в этой жизни. Давайте начнем. Да. PlayStation Portable. Это была мечта, конечно. Это была мечта. Никаких айфонов, там, всяких непонятностей, свичев, мичев, там, 3DS-ов. Собиратель яичек. Ну, погодишного. А волка яйцелова не было. Все хотели PSP. Ну, это нормально. Крутая система. 10 штук стоило. 10 штук. Сейчас даже представить сложно, как это такая вещь, которая там сейчас за 1,5, за 500 рублей его продают бушного рынке. Могла стоить десятку. Там кейсов, сколько было кейсов, коробки. Игр чума вообще. Там она перекочевали они на PS2, на PS3. Это реально было... Фактически PS2 в миниатюре, которая у тебя в руках. Графика там очень шикарная. Ну, потому что экранчик маленький, такой 4 дюйма. Ну, как на айфончике, вот, пятом. 4 дюйма экранчик такой был, красивый, хороший. Я у него фильмы смотрел на нем вообще спокойно. Там вообще все смотрел спокойно. В интернет можно было выйти. Ну, там на определенных версиях был интернет на PSP. Вообще система была хорошая, там, ну, можно было чуть-чуть там модернизировать. Вообще было красиво, все хорошо. Просто, ну, кончился жизненный цикл, да, стал чуть-чуть неактуален. PS Go вообще система тоже была хорошая, красивая. Ну, просто чуть-чуть устарела, его перестали выпускать. Все нормально, выпустили Vita. Давайте сразу на PSP. Я оставлю 10 баллов, красивая система, если вы видите, задешево покупайте переходничок, там есть, а то там микро, вот это там вот этот японский вот этот диск, но флешка сейчас не подойдет, и там специальная такая, memory stick там вот свой собственный, там переходники там за 100 рублей продают, там флешечку. Там он до 100 гигов поддерживает PSP. Мне кажется, там 32 стоял, но на 100 гигов он, не, ну, там на 100 гигов можно много чего сделать. Очень много чего там можно сделать. Ну, угу. Библиотечка будет у тебя там, извиняюсь. И даже не нужно будет, извиняюсь, вот этот Switch вот этот. Кому нужен, если был бы PSP? Короче, 10 баллов. PSP Go. Потом, ну, что-то как-то, извините. Потом, что-то я прям разговорился, прям, просто тема прям вообще, прям болезненная тема, что-то вообще я сам не ожидал от себя такого. Болезненная тема. PSP, это был гигантский провал. Это был провал. Провал, наверное, даже столетия, я бы сказал, десятилетия. Для Sony, потому что выпустить такой продукт сырой, потом его забросить, выпустить так мало эксклюзивов на нем, и почему-то эти эксклюзивы не перекатились на основную PS4, я вот тоже не могу понять, там архитектура одна и та же, графен там хороший на PS Vita, система вообще шикарная. По времени она там по 6 часов без зарядки можно было, это вполне для современного мира, это вполне нормальный фильм, а там вообще можно было смотреть тоже по 10, по 12 часов. Вообще все было хорошо, но почему-то
Или какая-то договоренность была с Nintendo, или что, потому что если бы реально сейчас царствовал бы Vita, Switch просто бы до него бы никто и не купил бы. А вы представьте, был бы Vita 2. Vita 2. Все. Switch, извиняюсь, вот, берешь Switch, так, хыть, и помойка. Помойку Switch можно было положить, если была бы Vita 2. А сейчас, если сейчас они выпустят Vita 2, Switch, извиняюсь, разорится просто. Сломают и выкинут. Потому что, ну, а толку от этого Switch, если есть Vita, PlayStation Vita 2. Портативка идеальная. Почему-то не хотят выпускать. Вот не хотят выпускать. Выпустили бы, я бы спокойно бы, спокойно, спокойно вообще взял бы, радовался. Там интернет был бы хороший. Это было бы как телефон бы. Там еще есть. А реально все. Вот это идеальная идея была бы. Взять бы, выпустить Vita, туда себе симочку. Хотя на Vita было этот Vita 2, вот взять бы Vita 2, да, сим-карту еще вставить можно, чтобы, да, и чтобы использоваться как телефон. Вот эти наушнички вставляешь, и как телефон пользуешься. Играешься и прозвонишь. К iPhone бы, я извиняюсь, потерялся бы в этом системе, потому что там, извиняюсь, был бы полностью. Это был бы как типа планшетик такой 6-дюймовый, 6,5 дюймов выпустить такую систему. Может, даже сенсорную специально, там вот эти дополнительные вот эти курки, вот это все, вот это нажималки, какие-то кнопочки, чтобы можно было, например, так снимаешь, убираешь, чтобы он так тоненький был такой, как телефончик, типа, как обычный сейчас, вот телефоны есть обычные. Про чисто вот это дополнительное нажимаешь, и можно играть. И просто снял, ну как у Switch, вот. Снял и пользуешься как телефоном полностью там. На какой-нибудь там системе своя собственная. Ну, у них есть система же, у них же все есть, как бы, все. Это был бы вообще прорыв. Sony бы вот выпустили бы так, это был бы реально прорыв. Например, если вот эти курки там дополнительно не хочешь вставлять, можно вообще как сенсорное пользоваться. Сенсорный режим. Вот это было бы, я считаю, что это было бы очень так достижение хорошее было бы. На данный момент это было бы вообще достижение, потому что такого на рынке бы не было. Конкурентов нет. На рынке такого нет. Проблем бы не было. Почему не хотят? Ну, очень понятно. Японские компании не хотят между собой драться. Чуть. Просто реально, Vita 2 выходит, Switch на помойку, люди остаются без работы. У Sony и так все хорошо. У них PS4, у них PS5 будет. У них и так все хорошо. Им это и не нужно. Мы же реально договоренность была вообще. Откуда мы знаем? PS Vita, извиняюсь, забросили. И Switch выкопался откуда-то. Он вообще, он выкопался, реально выкопался, взял. Он никому не нужен был. Реально, без Vita у него открылись все пути. Была бы Vita, никто бы даже в сторону Switch не посмотрел бы. Болезненная тема для всех, кто неравнодушен, кто болел душой, как говорится, за это детище. Так что оценка по Vita. Vita 3 балла. PlayStation Vita 3 балла. Это скандал, это прорыв. Прорыв в ноль вообще, в ноль, нулевой прорыв. Еще есть PlayStation TV еще было. Вот это, ну, прикольная вещь была. Совмещение такое было. Ну, как это можно было удаленно играть с PS4 в 720p. Идейка была неплохая. Также игры тоже поддерживала Vita. Его прошивали там. Я никогда не поддерживаю этого. Это плохо, это нельзя, это вообще. Никогда. Ну, можно. Но это нельзя делать. 3 балла, потому что это нельзя. Нельзя так запускать свое детище. Это... Они бы, видите, продали всем. Игрушки напродали, насоздали там вот это. На... И, видите, они действовали очень хитро. Они прощупали почву на PSP, потом выпустили PS Vita, потом договорились, может, со Switch, может и нет, я не знаю. Это... И выпустила Switch.
а поясница заглохла. Вот так вот. Вот такие дела. 3 балла. А видите, покупайте. Виту покупайте, там ее можно модернизировать и играть то, что было на PSP. Хорошие там вещи были. Играйте, радуйтесь. На. Жизнь. Жизнь прям проносится. А мы тут обсуждаем важные вещи. Со всем удачи, всем пока. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. И не забывайте. Тоже не забывайте слушать только хорошую диджейскую музыку. Ну и меня не надо. Всем удачи, всем пока.